что ж, кажись, приплыли. Конечное. Дальше-то, похоже, ехать уже некуда. Дебилы, блядь. Дорогие друзья, прошу понять и простить. Вырвалось крик души. Не сдержался. Но я думаю, увидев то, что я вам сейчас покажу, начнут матюкаться гораздо сильнее очень многие из вас. Наши грамотеи уже даже название собственной страны без ошибки написать не могут. Слава Україні! І величезна подяка українським СМІД средствам масової дезінформації. Быть может, они решили одним махом полностью и окончательно декоммунизировать вільну и незалежну, без права обжалования, чтобы даже и название такого не осталось. Ой, как же я сразу-то не догадался. Да нет же, друзья, это коварный план Кремля. Ну, точно, рука Москвы. Вижу по почерку. План шатун. Какой же он все-таки подлый. Этот ПТН, ПНХ, ну ничего же святого не осталось. Все, друзья, срочно заканчиваю, бегу звонить в СБУ.